Итак, наша трансляция вроде бы началась. Всем добрый день, кому-то добрый день, кому-то добрый вечер. Итак, мы начинаем подводить итоги нашего конкурса на лучший дашборд по воронке продаж. Демонстрашку можно пока отключить. Итак, я перейду на управление своим экраном. Итак, всем добрый день. Добрый день, добрый вечер. Рад всех видеть на нашем мероприятии. Меня зовут Алексей Колоколов. Скоро вы познакомитесь с остальными членами нашего жюри. И давайте для начала напомню, чем мы занимались практически весь апрель, для чего все это я устраивал с коллегами, чтобы мы на самом деле с одной стороны, и привлекли внимание общественности к теме качественной управленческой аналитики, в ходе, чтобы показать, чтобы у вас была возможность показать свои навыки, что вы умеете. Мы все сейчас ожидаем большого спроса на аналитику, надеюсь, действительно реального рыночного спроса. И вот такой вот челлендж, чтобы действительно страна узнала своих героев, и действительно мы увидели много интересных работ, и действительно где-то это было от команд, а не только от физлиц, так сказать. И сегодня мы выберем наших финалистов, и давайте напомню, какие у нас на это все номинации. Ну, во-первых, что меня очень порадовало, что мы получили на конкурс аж 370 заявок, но те, кто действительно взялись и что-то сделали, 91 человек. И то, что мы взяли в шорт-лист, это 27 работ. Давайте поясню, чтобы никто не обижался. То есть 20, то есть мы проводили такой первичный отсев и действительно, ну еще там такие сырые работы с явными грубыми ошибками мы жюри на такое вот детальное рассмотрение не передавали. И есть в итоге вот 27 работ, которые были оценены по трем критериям. Это так называемая бизнесовость, то есть содержательная часть, насколько оно действительно полезно для бизнеса. Второй критерий – это технологичность. Ну, технологичность в плане именно того, как технические различные фичи вы использовали для удобной навигации, для того, чтобы отчет был юзабельным. Ну, и дизайн, оформление – это третий критерий. И вот там, мы сегодня еще разберем самые такие интересные, заслуживающие внимания работы. По поводу бизнесовости у нас в прошлый раз на нашем промежуточном отборе была такая дискуссия горячая и по поводу источников, качества исходных данных, по поводу аудитории. Но в итоге, что я могу сказать, что даже этот ограниченный, пускай набор данных, не помешал сделать классные аналитические работы и как раз не утонуть глубоко в цифрах. И что вас сегодня ждет? Наш призовой фонд изначально, который я анонсировал, делится на две номинации. Первая, так называемая взрослая номинация, где мы даем деньги. 30 тысяч за первое, 22, 10 за третье. И номинация, чтобы все-таки у нас была возможность привлечь тех, кто, допустим, первый там или опыт там набирается только с аналитикой. И как раз за это предусмотрены образовательные призы. Есть мой курс, такой большой, двухмесячный по дашбордам в Power BI. И он делится на опции именно там с поддержкой куратора, самостоятельное изучение и более такой лайтовый про PowerPoint, ну или дашборды в Excel, в общем. И также от моих коллег, партнеров, членов жюри тоже сегодня будут различные интересные бонусы, плюшки, которые мы по ходу мероприятия вручим. И плюс еще именно сегодня, вот, когда мы обсудим вот, работы, наш такой список финалистов, мы дальше на празднике откроем
зрительское голосование в группе на сайте, чтобы выбрать еще и самую популярную работу. Ну, дальше, честно, по ходу пьесы решим, как мы ее наградим, помимо общественного признания. Но и плюс, что еще ждет всех, и сегодня мы именно постараемся сделать так, чтобы страна знала своих героев, тех, кто классно умеет работать с аналитикой, кому стоит обращаться за заказами, и мы себе даже на заметку взяли там сильных аналитиков, сильные команды. Вот наша основная такая канва на сегодня, что мы планируем делать. И дальше давайте я... Дальше мы еще раз представимся. Ну, давайте начну с себя. Кто вдруг меня видит впервые, меня зовут Алексей Колоколов. Моя компания называется Институт бизнес-аналитики, и у нас два направления. Мы внедряем BI уже 10 лет, и последние 4 года активно занимаемся обучением, очными, онлайновыми, про не только про Power BI, но про офисный такой стек корпоративной отчетности. Вот, то есть я себя на самом деле не считаю таким экспертом по Power BI, я больше вот такой переводчик между IT и бизнесом, и там моя суперсила понять, что же хочет вот тот самый директор, иногда собственник, и даже его переубедить, когда он хочет невозможных вещей. Вот чем я занимаюсь, и поэтому там для меня тоже важен критерий бизнесовости отчетов, а не только какой-то технической навороченности. Вот, и дальше передаю слово нашим другим именитым членам жюри. Давайте, кто смелый. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Ким Воронин. Я вместе с Алексеем буду сегодня давать комментарии по блоку, так скажем, детской номинации, где статичные отчеты. Я больше 10 лет занимаюсь презентациями и инфографикой. Последние 5 лет работаю в двух крупнейших банках страны. До этого это был Сбербанк, сейчас это ВТБ. Руковожу группой визуальных коммуникаций и регулярно делаю как раз-таки статические отчеты для топ-менеджеров, как оперативные, так и какие-то более долгосрочные, стратегические. Поэтому, надеюсь, мои рекомендации будут полезны вам как минимум с точки зрения дизайна и юзабилити. Следующий. Привет, меня зовут Алексей, фамилия моя Сидоров, я руковожу компанией MyBI. Мы достаточно давно занимаемся внедрением продукта Power BI. Кроме этого, мы ведем блог, который называется Power BI Russia. Кроме этого, мы предоставляем ETL-сервис, который позволяет специалистам выгружать данные в собственное аналитическое хранилище для дальнейшего использования этих данных самостоятельно в Power BI, Click, Tableau или всех возможных инструментах, которые, в общем, сейчас представлены на рынке. Я, наверное, постараюсь прокомментировать некоторые работы из взрослой номинации. И касательно специальных призов, мы подарим по 10 тысяч рублей всем призерам. Будем рады видеть вас, 10 тысяч рублей на счет нашего сервиса, и будем рады видеть вас в числе наших пользователей. Так, коллеги, привет. Я Сергей Громов из компании BI Consult. Тоже с 2009 года внедряю уже системы бизнес-аналитики на базе Клика и Tableau в основном. Ну, из интересных достижений у нас есть свой учебный центр со всеми курсами. Это Tableau, Click, Power BI и несколько эксклюзивных курсов. Также, естественно, мы выполняем работы, работаем на топовых клиентах. Я тоже прокомментирую одну работу одного участника. Ну и с точки зрения подарков, честно сказать, я понял, что здесь надо было какой-то хороший большой подарок сделать, чтобы быть элитным. Вот, поэтому я тоже готов подарить, значит, курсы
Я думаю, что один курс мы подарим по выбору участника. Да, это будет курс либо на Клике, либо на Табло, либо на Power BI. Это выберет участник, который выиграет от нас эту номинацию. Ну и, в принципе, я готов предложить там несколько часов там, нашего разработчика. Так что welcome, давайте бороться, и надеюсь, кто-то выиграет. Да, отлично. И вот мы сейчас ждем еще одного члена нашего жюри, который выпал из конференции. Это Эдуард Шмидт, именно эксперт по построению отделов продаж, по работе с AMA CRM. Вот. И сейчас у нас добавится в списке участников чата. Вот, поэтому мы к этому решили подойти комплексно с точки зрения реального кейса. Взяли выгрузку из AMA CRM, понятно, ее как-то обработали, обезличили, и подошли к этому вот, как к прикладной задаче. Эдуард к нам тоже подключился замечательно. Да, я на связи. Мы тут все представляемся, расскажи о себе. Да, меня зовут Эдуард Шмидт, я являюсь основателем компании Шмидт Консалтинг и занимаюсь менеджмент-консалтингом, в основном по работе с компаниями, которые занимаются B2B-продажами. То есть я работаю с руководящим составом и работаю над такими задачами, как проектирование бизнес-процессов, проектирование организационной структуры, планирование продаж, материальная система мотивации продаж, автоматизация продаж, то, что связано с CRM. Большой мой рабочий блок – это консалтинг, это индивидуальные консалтинговые проекты. И второй большой блок – это обучение, образование. Сейчас у меня идет второй набор на онлайн-курсе для руководителей. Я делюсь как раз своей методологией как консультант. И основной труд моей деятельности – это моя книга, которая называется «Отдел продаж, который продает». Это настольная книга для коммерческого-директора по продажам в B2B. Спасибо, Эдуард. Итак, тогда мы приступим сначала к нашей такой разогревной номинации про статичные отчеты. Вот, причем среди них тоже есть и работы интересные, есть сделанные в Power BI, но с экспортированным в виде набора слайдов. Не знаю почему, но пускай. Вот, я тогда, Тим, передам тебе слово. Готов? Да, готов. Значит, коллеги, я сейчас включу демонстрацию экрана и, собственно, открою те три работы, которые я коротко сегодня, буквально там за 5-7 минут, прокомментирую. Да, еще раз, меня зовут Ким Воронин, и я сегодня буду оценивать только три статичных дашборда. Итак, первая работа, которая у нас с вами перед экраном, на экране, то есть перед глазами, что мы здесь видим? Опять же, в основном комментирую с точки зрения дизайна. Вижу, что это некая там сводная информация по результатам работы компании. Было бы здорово, если бы у нас где-то, наверное, был обозначен временной промежуток, за который там дается информация. Ну да ладно. В верхней части мы видим, да, три нормально читаемых блока по сумме контрактов против плана, количеству контрактов и сумма против потенциала. Мне, опять же, визуально немного странно, что у нас как бы, ну, дублируются цифры суммы контрактов. Возможно, можно было бы как-то их поженить, вот, левый и правый блоки, в один. В целом, дашборд визуально достаточно аккуратный, опрятно выглядящий. Там достаточное количество воздуха, нормальное количество цветов. Да, у нас буквально там два основных оттенка, зеленый и там, такой бледно-голубой. В плане читабельности все блоки окей. Единственное, что мне прям не нравится, это блок с суммой контрактов по компаниям. Да, опять же, напомню, какая была постановка нашей задачи. Нам нужно было понять, какие клиенты самые прибыльные, какие менеджеры самые эффективные и какие продукты, опять же, самые прибыльные. Нужно было понять воронку продаж, чтобы, не знаю, посмотреть, где мы можем ее усилить и так далее. И вот если по менеджерам я достаточно спокойно понимаю, кто из них сколько принес и насколько они там эффективны в плане работы по своему плану, я тут точно так же вижу там и цифры, и процентное выполнение по продуктам,
Но вот когда мы говорим про сумму контрактов по компаниям, я вижу облако тегов. Ну да, прикольно выглядит, но не дает там никакой информации количественной. То есть Сбер и Альфа, они, ну, видимо, чуть-чуть отличаются. Насколько, не знаю. Косметика сколько мне приносит, не знаю. И опять же, из-за того, что это статически, а что был бы он динамический, я, наверное, мог бы как-то провалиться, но в данном контексте, конечно, сложно. Если рекомендовать что-то автору этого отчета еще по каким-то мелочам, то, наверное, хочется, может быть, там немножко добавить где-то воздуха, там, чуть больше отступ между какими-то цифрами и графиками. Возможно, подумать над тем, чтобы там переформулировать, не знаю, некоторые этапы, чтобы они были целиком видны. Но в целом я бы здесь поставил по дизайну там крепкую четверку или 4.5, потому что тут все читабельно, тут практически все понятно. Если бы вот сумма контракта выглядела бы более наглядно, если бы там были цифры, наверное, это было бы совсем здорово. Алексей, ты что-то хочешь по этой работе? Давай тоже дальше двигаться. Или давай дальше. Окей, коллеги, тогда едем дальше. Секунду. Следующий отчет, в нем две страницы, постараюсь быть также достаточно краток. Здесь первое впечатление, визуально предыдущий отчет мне нравился больше, сейчас объясню за счет чего. Значит, именно с точки зрения дизайна мне не нравится, что здесь есть плашки, суть которых просто в том, чтобы еще сильнее выделить блок. На самом деле достаточно, коллеги, вот это пустое место, которое между блоками есть, да, оно уже эти блоки визуально разделяет. Идем дальше. Практически все графики, ну, то есть я своим, там, не знаю, студентам рекомендую графики подписывать ситуативно, имею в виду, что над каждым там столбиком, над каждой точечкой у нас есть значение. В данном случае у нас как бы и это имеется, и зачем-то есть еще вот эта шкала, которая по большому счету абсолютно никакой информации нам с вами дополнительно не дает. При этом она, на мой взгляд, немного, ну вот здесь шкала, и все это вместе немного перегружает слайды. Следующий момент – это подписи, такие как сумма контрактов 1000 рублей. Я базово рекомендую важные вещи не подписывать вертикально, просто как минимум из уважения к людям, у которых, не дай бог, проблемы с позвоночником или с шеей. Поэтому какие-то красивости в презентациях так можно делать, существенные сутевые вещи в дашбордах я не рекомендую. Дальше. По поводу дизайна нижнего левого блока, я, опять же, противник всяких изощренных диаграмм, облаков тегов и прочих штук, именно если нам нужна читабельность. Потому что вот сколько сейчас сайт, поиск? Наверное, 4. Реклама, наверное, 20 или 21, но это не точно. То есть мы не можем, я не могу увидеть, сколько конкретно количество... В общем, цифры не могу видеть, меня это смущает, и мне это не нравится. И последний на этом слайде блок правый нижний, топ-10 клиентов. Опять же, с одной стороны, здесь ну, такая достаточно примитивная, старомодная табличка, с другой стороны, она адекватно читается, понимая, сколько контрактов, вижу компании, вижу суммы, вижу проценты. То есть, если бы здесь, ну, то есть, чем мне нравятся таблицы в предыдущих, в предыдущем слайде, что там была еще там цветовая некая раскраска, то, что не выполняется или стоит от плана, оно красным. Здесь, конечно, вот этих цветовых акцентов немножко не хватает, но вот, в общем, таблица – это, наверное, самая понятная часть с этого слайда, таблица и верхняя его часть. Следующий слайд того же самого автора. И здесь, да, мы опять же видим вот это количество закрытых сделок, которое, ну, то есть, на мой взгляд, неоправданно сложная диаграмма в таком отчете, который по-хорошему должен максимально быстро давать понимание, что происходит там по сделкам. Нас же автор как бы вольно-невольно заставляет смотреть, а на каком радиусе этого паучка находится та или иная, тот или иной параметр. Здесь, опять же, почему-то автор решил здесь уже сделать цветовую раскраску, значит, в таблицах этого, на мой взгляд, не хватало в предыдущем варианте. И тут, опять же, мы видим, что дизайн немножко отличается от таблицы. Здесь у нас то есть какие-то там зеленые градиентики, здесь их нигде нет. И полноценная заливка. Опять же, рекомендую автору попробовать работать чуть-чуть более то есть консистентно, делать чуть-чуть более однородный дизайн. Наверное, по этой работе все. Алексей? Да, сейчас тогда
Я переключу демонстрацию и прокомментирую еще парочку других работ, присланных в статичную номинацию. И здесь мы видим, что работа сделана в Power BI, но как раз вот эта вот история с фильтрацией, она разложена на отдельные слайды. То есть, ну, получается, мы использовали Power BI как такой слайдомет, что, в общем-то, тоже имеет право на жизнь, и до сих пор во многих компаниях корпоративная культура визуальных коммуникаций именно такая, что нужно подготовить слайды. Но если смотреть целиком, тоже мы видим здесь вот уровень итоговых показателей с визуализацией, в общем-то, грубых ошибок, ну, кроме как там подписей под углом нету. Все-таки лучше тогда вертикально переворачивать. Ну и дальше, когда мы выбираем конкретного, выбрали менеджера, мы видим картину по нему. И оно, в общем-то, разложено на там, закладочку по всем четырем менеджерам. Вот. В целом тоже неплохая работа. Есть, конечно, там вещи по оформлению, там вот прям на темном фоне подписанные. Вот. Хотелось бы, конечно, раз уж вы делаете вот такой там слайд, то, ну, чего не хватало там самой первой работы, которую я комментировал, вот уровень тогда уж про клиентов как-то подробнее рассказать, про сделки, раз у нас есть еще несколько слайдов. И интересные есть работа именно опубликованная в Power BI, но вот в такой последовательности слайдовой, то есть когда я открываю, у меня вот некое описалово с пояснениями, и дальше мне нужно пролистать, я перехожу на следующий слайд, уже с выводами, то есть опять мы видим пример такой вот презентационной структуры, что у нас уже сформулированы комментарии, которые, правда, потом каждый раз у нас текстом будут поясняться. Вот, дальше переходим на следующий блок про расчеты. И есть у нас еще ну, вторая, более такая детальная закладка. Вот, ну, по поводу, то есть, стилевого решения, оно, конечно, неоднозначное. Ну, и я, наверное, Ким со мной согласится, что вот все эти фоны там желтые сейчас можно убирать. Мы до сих пор в таком минималистичном стиле, плоском дизайне. И нет ничего лучше аккуратного белого фона без лишних плашек. Вот. Ну и здесь сама идеология как бы фильтрации. То есть если уж мы делаем какие-то фильтры, например, по менеджеру, то не для того, чтобы у нас просто остался здесь тут же один менеджер. То есть важнее скорее увидеть его на фоне других, ну а остальные услуги пускай там по нему также отфильтруются. Ну и то же самое про направление. Вот, поэтому как такой промежуточный вариант в такой слайдовой корпоративной культуре тоже, в общем-то, неплохо. Но если сейчас подводить такие... как самый, ну, среди вот, номинаций именно презентационных, эта работа, она, наверное, самая... Эдуард, ты меня слышишь? Да, слышу. Отлично. Ну, видимо, у Алексея что-то сломалось. Так, Алексей тоже нас слышит. Ну, давайте я на самом интересном месте.
Ага, я как раз хотел заглушку поставить с юмором. Ну ладно, давай, продолжай. Мы уже начали подхватывать. Сейчас я снова верну экранчик. Можете пока пошутить, если уж приготовил заглушку. Так, сейчас вернусь на демонстрацию. Я тут хотел оперативно, мы тут не выписали на самом деле номера наших героев, поэтому сейчас минуточку вернусь, куда я где был, вот на вот этой презентации. Итак, давайте сейчас подведем итог по нашей начинающей. Если смотреть все-таки с точки зрения уровня проработки бизнесовости, первое место мы отдадим вот этой работе, которая получает обучение на продвинутом курсе по Power BI, и именно где важно дальше идет акцент на возможности создания из этого вот интерактивных всех вещей. Думаю, вам будет чему поучиться. Ну и то же самое по поводу, где у нас был вот этот, этой PDF-ной работе мы отдадим второе место. Ну и на самом деле, которая тоже получает продвинутый курс по Power BI. И так, давайте сейчас покажу, о чем идет речь. Так, вот этот вот курс, где много-много у нас там полезных модулей. И он отличается на самом деле тарифами, где у нас есть сейчас возможность работы с куратором. Либо самостоятельно. То есть первое место – это курс с куратором, и вы получаете вместо 25 тысяч бесплатно. За второе место тот же самый курс, но с самостоятельной практикой. И как мы все-таки решили, за третье место, у меня есть отдельный такой лайтовый курс про презентации, именно как такие корпоративные слайдументы. И все работы, которые мы сейчас в шорт-листе посмотрели, между ними поделим третье место, и вы получаете доступ к этому курсу. Меня сейчас оперативно прям по именам, фамилиям огласить не получится, но это мы либо в конце сделаем, либо, я думаю, отдельным там постом, публикацией это все напишем. У тебя, Ким, какие-то дополнения от себя будут? Пожалуй, нет. Поэтому. Нет, просто у тебя же тоже есть курсы. Да, да, да. У меня ближайший запуск только через месяц, следующий, потому что текущий курс запустился успешно неделю назад, и там нет свободных мест, поэтому даже нечего ребятам продать. Ну, курса Кима мест свободных нету. Ограничимся моими. Так вот, что я тогда еще забыл важный момент в самом начале сделать. И пока мы не перешли, не дошли еще до нашей самой основной темы, у меня к вам просьба, все, кто нас сейчас смотрят и комментируют у себя на Фейсбуке, поделитесь, пожалуйста, вот этой вот трансляцией у себя в хронике. Я думаю, что всем на пользу, если мы к этой теме как можно больше привлечем внимание, в том числе и заказчиков. Поэтому пока мы не перешли к основной части, поделимся у себя на Фейсбуке этой нашей замечательной трансляцией. Итак, и что я хотел еще... Так, она у нас вообще в группе-то идет. Я хотел открыть, посмотреть, есть ли комментарии. Комментариев пока не вижу. В общем, тоже их пишите. И пока все эти манипуляции мы делаем, я чуть подробнее поясню про свой подход к про структуру курса и что я считаю важным при, на самом деле, и работе с заданиями, и подготовке. Сейчас обратно демонстражку верну. То есть этот курс, на самом деле, для всех, кто сегодня участвует, у нас есть такой бонус, что вместо вот тех 15 и 25 тысяч, за которые платят остальные, всем, кто вот у нас участвует в трансляции, по вот этой специальной ссылочке, она у нас в описании трансляции есть, alexkolokolov.com/k, у вас форма регистрации именно на курс по этой ссылке. И в чем, я считаю,
полезность для этого курса для всех в том, что он построен именно на таких же кейсах, как мы вот с вами решались в рамках конкурса. То есть мы не изучаем вот прям все формулы, все функции. Мы про финансовые показатели, про рынки, про вот тоже другой кейс с планами продаж, про вот различные, там, вы в каждом модуле должны будете сделать такую выпускную работу где-то на стандартной визуализации, где-то применить нестандартные визуализации из галереи, убедиться, где это работает, где не работает, поработать и с моделью данных, с подключением там, к внешним источникам, но вот все эти фичи именно проделать через решение вот таких вот бизнесовых кейсов, и как раз как вот по той же модели, как у нас проходит конкурс, что есть человек, который критикует и говорит, как исправить, также в рамках курса ваш куратор и будет вас вести и говорить, как, ну, не только критиковать, а и говорить, как это исправить, и плюс у вас у каждого именно финальная выпускная работа будет сделать, придумать свой опрос, собрать данные и там, придумать про это дашборд. То есть у нас в ходе курса интересный такой вот жанр дата сторителлинга. У каждого появляются интересные выпускные работы про туризм, сейчас уже не актуальный, кредиты, про сон, в общем, все, что нас окружает. Поэтому рекомендую, рекламирую, что уж тут говорить, но все-таки для тех, кто вовлекся, вот такая вот скидка, и на этом мой рекламный блок короткий заканчивается, и теперь мы переходим, ура, наконец-то к нашей основной номинации, где у нас как раз не то, что мне нравится, получилось не просто какой-то такой Power BI-ный между собойчик, а у нас действительно практически на всех платформах и в ClickSense, и в Tableau, и в Google Data Studio, и даже в Excel интересный такой дашборд на сводных таблицах сделанный. В общем, есть что действительно посмотреть, и если по итогам прошлой нашей конференции кто-то переживал, что сейчас будут у всех там одинаковые работы по нашим замечаниям, то нет, на самом деле работы все разные. И переходим к их обсуждению. Передаю слово Сергею, который как раз прокомментирует работу, сделанную в его любимом клике. Да, всем привет еще раз. Ну, начать, значит, наверное, хотел бы с того, что я рад, что вам нравится мой юмор. Сегодня с утра нарисовал очередную картинку, и ее отлайкало там аж 86 человек за первый час. Это приятно. Ну и, собственно, релевантный юмор к нашей вот этой вот системе бизнес-анализа, которую я сейчас покажу, это, как говорится, анекдот. Для чего Бог создал менеджеров по продажам, да? Только для того, чтобы на их фоне приличнее выглядели синоптики. Это вот как раз про эти данные самой CRM. Ну и давайте я, значит, зашарю этот экран и начну рассказывать. Так, зашарю скрин. Так, мой экран видно, я надеюсь. Коллеги, дайте обратную связь. Экран видно? Да, есть. Ага. Все супер. Окей. Ну, значит, ну смотрите, хотел рассказать несколько вещей. Значит, ну давайте вот, собственно, про эту работу поговорим. Значит, ну, во-первых, у нее сразу есть некий help в начале, и в котором отражается пара важных моментов, которые я хотел бы, чтобы все знали, когда будем оценивать, да, эту работу. Это то, что, ну, я это называю обогатить данные, то есть в каждом проекте по бизнес-аналитике так или иначе приходится что-то докручивать, допиливать. Конечно, хорошо, если нам об этом говорит клиент, но мы на самом деле по-другому не работаем, только если ставит клиент задачу. Но обогащать данные приходится. Значит, в работах других специалистов я не увидел, что кто-то что-то там как-то обогатил, но вот в данной работе, что интересно, ну, во-первых, планы мы разнесли помесячно. Ну, мы, это я имею в виду тот претендент, да, с которого чью работу я представляю. То есть он потрудился, да, разнес
планы по месяцам, чего, видимо, не было в оригинальных данных. И второй такой важный достаточно момент, но здесь все написано, поэтому я не буду читать с листа, а вот второй важный момент я прокомментирую, что он создал набор рекомендованных там, покупок товаров для клиентов. То есть вот этот аналитик, да, он подумал, собственно, и предложил какой-то алгоритм. Конечно, все директоры это очень любят, вот, когда аналитики приходят с какими-то мега-идеями. Поэтому применяйте это. То есть не просто визуализируйте данные, а старайтесь как-то вот их обогащать, может быть, ну, что-то в этом духе. Ну и давайте вот, собственно, посмотрим на этот дашборд. Значит, сразу мы что здесь видим? Так, давайте берем компанию, фильтр по компании. Значит, в верхней части дашборда мы видим, собственно, выполнение плана, план-фактный анализ. И здесь сразу человек подумал, это не стандартный функционал клика, но человек подумал и сделал такую текстовую транскрипцию. Да, то есть какие-то выводы основные, которые вот эта вот система бизнес-анализа, да, этот дашборд, он их посчитал там на цифрах, она также протранслирована текстовым видом. Вот этот текст, он динамический, то есть он создается на основе вот этих цифр. То есть если тут было бы что-то по-другому, например, если бы мы план продаж выполняли, тут было бы написано, что там продажи выполняются. То есть это, кстати, одна из таких фишек новых, да, систем бизнес-анализа, там этот нарейтив, там, ну, когда что-то, в общем, текстом транслируются, да, какие-то выводы, которые мы можем сделать. Значит, ну, давайте выберем сразу 3 месяца, потому что данные плановые у нас есть только по ним, поэтому будем работать с этими 3 месяцами. Значит, KPI у нас здесь выведены в виде такой столбчатой диаграммы. Почему это неплохо? Да? Вот я сейчас посмотрел предыдущую работу, которую показывал Алексей, и там достаточно четко зафиксированы вот эти 4 менеджера, да, которые есть в компании. Они там прямо с левой стороны написаны. Так вот здесь прикол в том, что сегодня их 4, а завтра их будет 20 или 100. И чего? Мы типа так вот захардкодили там все на том слайде. Вот. В общем, хардкод, сами понимаете, это не очень хорошая идея. Поэтому здесь вот исполнитель выбрал столбчатую диаграмму. Это на самом деле круто, потому что она лучше, чем спидометр, все отражает. Потому что вот количество менеджеров может меняться. Сейчас их 4. Ну и, собственно, когда их будет 5, здесь просто появится еще один столбик. Это прикольно. Ну, собственно, по результатам вот такого первого взгляда на этот дашборд мы сразу увидим, что, наверное, все плохо, да, планы у нас не выполняются, поэтому мы можем сразу посмотреть, как и почему они не выполняются, да. Ну, у нас, естественно, есть статический отчет. Значит, планы у нас созданы такие специальные вот эти вот крутилки, я не знаю, как их назвать, такие рычажки, где мы сами можем выставить некие таргеты, насколько нам нужно там выполнять, перевыполнять эти планы. Ну, давайте поставим какое-нибудь там среднее какое-нибудь значение, там, например, от 80 там, до 120, например. Вот. Ну и здесь мы что, собственно, видим? То есть мы видим, что они не просто не выполняют план, а они... План стоит по одной какой-то, да, категории товаров, которую мы продаем, ну или там категории услуг наших, а реально люди продают что-то другое. Это на самом деле не очень хорошо, с этим, естественно, надо будет разбираться, что мы сейчас и сделаем. Значит, и вот здесь сразу выведено 3 таких блока. На одном мы видим, что у нас происходит с тем, с кем мы переоценили свои силы, да, то есть мы поставили одни планы, а люди их не выполнили. То есть мы как бы переоценили какие-то свои там истории. Вот в средний блок у нас анализирует, скажем так, точное попадание вот в эти вот 2 таргета, которые мы сами вычислили такими рычажками. То есть мы можем посмотреть, кто выполнил, собственно, эти планы. То есть тут все хорошо в центре. И с правой стороны вот такой третий элемент, да, он нам показывает, что люди продали как бы сверх плана. То есть на самом деле, что мы недооценили. То есть мы можем там, я не знаю, на будущее как-то им там понять, что какие-то менеджеры лучше продают какие-то там одни услуги, другие и так далее. Значит, ну вот давайте посмотрим, где мы не выполняем план. Значит, мы сразу здесь видим, что... Так, у меня тут небольшая плашка мне перекрывает. Значит, мы видим сразу по размеру квадратика, да, что у нас самые большие какие-то вопросы вот к этой сквозной аналитике. Вот мы ее выбрали и видим, что у нас есть несколько причин, да, несколько причин, по которой мы не выполняем план.
Значит, здесь мы сразу видим менеджеров, которые не выполняют. Здесь мы сразу видим причины. То есть отстаем там по количеству, не было продаж или там плохой средний чек, например. То есть эти все причины, их на самом деле придумал вот этот аналитик. То есть этого как бы не было в задании, как вы понимаете. Но он это осознал с помощью своего там мозга и придумал вот это распричинивание. Это факторный анализ, это тоже очень круто, это я вам рассказывал там на предыдущей нашей лекции, так сказать. Вот, поэтому мы можем вот распричинить вот эту вот сквозную аналитику, понять, что у нас здесь плохое. Также мы можем, например, посмотреть, ну вот если уберем, ну, например, мы вот видим, что какой-то там некий Филимонов отстает там на, от плана продаж на 8 миллионов, то есть мы сразу его выбираем, видим, по каким причинам он отстает, но при этом мы также видим, что он и что-то перевыполняет. То есть мы видим, что он продал вне плана там, на 1,25 миллиона. Это прикольно. То есть вот там выполнение плана и то, что есть сверху. А при этом мы понимаем, что разные продукты имеют как бы разную маржинальность, разный профит для нашего бизнеса. То есть, например, продажа техподдержки и, допустим, продажа разработки сайта – это, конечно, совершенно разные вещи, да, потому что может быть задействованы разные ресурсы, разная себестоимость какая-то. Вот. Ну, поехали дальше. На следующем слайде у нас есть… распределение открытых сделок. Открытые сделки – это те, которые не входят… ну, все, короче говоря, все, кроме 5-6 статуса. Значит, здесь мы их можем покрутить по любому измерению, посмотреть либо в разрезе количества сделок, либо в разрезе денег. Можем покрутить любые измерения. И вот на такой диаграмме мы сразу, да, видим, какие у нас там проценты есть. Также есть распределение бюджета, сделок по бюджетам с шагом в 1 миллион. Ну и вот, собственно, то, что наш как бы исполнитель, вот этот вот аналитик, который придумал эту систему, он назвал вот эту диаграмму жемчужиной, так сказать, своей системы, да, это он создал на самом деле такое динамическое измерение. То есть это тоже, да, возможности продукта, в том числе клика, по сравнению там с Power BI, я не знаю, с табло. То есть насколько человек, да, вот использует технические возможности системы. Значит, он создал динамическое измерение. Что оно означает? Это то, что у нас есть определенные конверсии по разным типам продуктов. И у нас есть куча разных менеджеров, которые продают эти продукты. И у них у всех есть разный процент конверсии. То есть есть средний по отделу и какие-то менеджеры ниже среднего, какие-то выше. Так вот, как бы аналитик создал дополнительное измерение, да, то есть продукт, ну, вот эта вот система клик, она это позволяет делать. И он здесь распределил, по сути, вот все объемы продаж, да, вот он как бы от среднего оттолкнулся. И мы, что мы здесь можем сразу видеть? То есть мы видим, что у нас, например, на 17 миллионов, да, сделок висит, сейчас я раскрою побольше, на 17 миллионов висит сделок, да, у менеджеров, которые продают ниже среднего. Вот, то есть это как бы сразу повод задуматься, может быть, их там передать кому-то и так далее. Вот зелененькие – это те, которые хорошие, красненькие – это которые совсем там плохие и так далее. Это мы говорили про цветовую градацию. Значит, сразу мы можем посмотреть, что это за сделки, да, увидеть их сразу внизу в списке. И более того, сразу, ну, это гиперссылка. Сейчас она идет на какую-то яндексовскую гиперссылку. Но на самом деле здесь может быть стоять гиперссылка сразу в CRM. То есть, грубо говоря, руководитель может сразу ткнуть в эту ссылку и перейти в карточку CRM. Да, то есть это круто. Соответственно, переходим дальше. Значит, у нас есть конверсии. И здесь тоже, на самом деле, аналитик доработал немножко вот эти данные. То есть он не то, что он там мега-креативщик и придумал что-то такое, знаете, сверхъестественное. Это не так. Он просто, ну, подумал головой, да, и реализовал несколько реальных абсолютно сценариев. Так вот, что дает нам вот эта вот диаграмма? Сейчас я уберу продукты, бизнес-юниты. Вот эта центральная диаграмма, она дает нам возможность понять, какие у нас хорошие комбинации либо в наших существующих измерениях, либо в каких-то синтетических измерениях, которые создал аналитик. То есть там менеджер плюс источник, менеджер плюс продукт. И вот здесь вот чем выше и больше точка, да, тем больше денег. И чем правее, тем выше конверсия. То есть на самом деле вот на этой диаграмме можно много чего
подчеркнуть для себя. Ну и давайте, например, посмотрим, как работает сквозной анализ. Да? То есть, например, мы можем выбрать, допустим, там, продажи хуже среднего, да, посмотреть по менеджерам. То есть, например, мы понимаем, что хуже среднего продают у нас там Кузнецов и Скворцов. Например, там смотрим Кузнецова и понимаем, что он продает интеграцию. Да? Выбираем эту интеграцию. Идем опять в отчет по конверсиям. Интеграция у нас уже выбрана. Кузнецова отключаем. И, например, смотрим отчет, да, по менеджерам в разрезе интеграции. То есть мы видим, что Кузнецов действительно продает ниже среднего, да, то есть у него конверсия маленькая. Но, например, мы сразу нашли, что у нас есть другой менеджер, который вообще ничего не продает. То есть на самом деле вот такой выбор, ну и такой вот анализ глубокий, его сделать достаточно тяжело на каком-то дэшборде, который предполагает только ответы на вопросы. Хотя в прошлый раз я вам говорил, что директоров обычно интересуют именно ответы на вопросы, но тем не менее... Вот это приложение, мне кажется, оно больше сделано все-таки для аналитиков. Значит, смотрим дальше. Что у нас есть еще? У нас есть динамический АБЦ-анализ, который вы можете подстроить чисто под себя. Значит, уберем опять продукт. И вот мы видим, что у нас есть... Так, это я тут постоянно возюкаю окно. Значит, мы видим, что у нас есть АБЦ-анализ, который позволяет нам сразу же вытащить, да, какие-то группы... Выбираем разрез, да, или опять же в любом разрезе можем провести вот этот вот АБЦ-анализ. И он сразу нам выбирает группы, кто приносит нам максимальное количество там дохода, я не знаю, выручки или маржи, но это там в разных случаях по-разному. И вот мы видим, что, например, вот эти вот топовые клиенты, да, приносящие нам 79% оборота, да, с ними работает 100% менеджеров, то есть все менеджеры продают в эту группу клиентов категории А, мы видим, что они потребляют примерно половину продуктов, которые мы продаем, да, наша компания, ну и так далее. То есть вот здесь есть все в процентовке, вся конверсия по сделкам. И вот тут-то как раз и прикручен вот этот рекомендательный сервис, да. Условия этого рекомендательного сервиса были на первом слайде написаны, каким образом вот создаются эти рекомендации. Ну, там есть четкий конкретный алгоритм. И вот в данном случае мы видим, что, например, вот, допустим, если мы кому-то продаем техподдержку, то у нас автоматически сформировались рекомендации, что надо предложить там интеграцию, консалтинг и сквозную аналитику вот конкретно вот этим клиентам по тому указанному алгоритму. Да? То есть обратите внимание, что эта система, да, она еще и как руководство к действию. То есть это не просто человек там делает какие-то выводы на основе каких-то там графиков, а тут конкретный, ну, как бы можно сказать, бизнес. Как бы бизнес-задача, да, какая-то решена. То есть вот, например, решена конкретно бизнес-задача, что предложить, что и кому предложить вдогонку. Как это называется там? В общем, забыл, но не суть. В общем, это такая типовая задача, да, для нас. Upsell. Так вот, естественно, вот этот вот списочек можно выгрузить в Excel или можно выгрузить по API там, в CRM-систему. Также мы сразу здесь видим вот этот вот блок. Мы сразу видим, что по тем, кому мы продали техподдержку, мы сейчас, значит, активно продаем еще сквозную аналитику, то есть это открытые сделки, и уже закрытые, что мы этим людям уже продали интеграцию и консалтинг. То есть мы видим какую-то историю. Вот, значит, соответственно, ну и все, наверное, здесь, значит, и на последнем слайде, собственно, как я вам рассказывал, что все сделано по методологии Dashboard Analysis Reports, да, то есть от общего к частному, вот в этом конкретном приложении вот эта схема, видимо, была применена, что, собственно, мне и понравилось, в том числе, почему я и комментирую, да, это приложение. Ну и, собственно, я его считаю, конечно, как бы, ну, не знаю, может быть, лидером, на мой личный взгляд. Так вот, вот на этом слайде это уже, собственно, непосредственно отчеты, где мы можем эти отчеты динамически, мы можем тут выбрать любую детализацию периода, там, по неделям, любые показатели, все показатели сразу автоматически раскладываются. В общем, здесь сразу... анализ, как бы, ну, то есть вся отчетность, да, которая видна в этом
из этих данных можно извлечь. Ну вот, собственно, я вам как бы постарался кратко про как-то рассказать вот про такую систему бизнес-анализа. Мне кажется, что вот этот претендент, он очень здорово, ну, вник, да, сделал что-то сверх тех показателей, которые ему были выданы. То есть он не просто визуализировал, а сделал что-то сверх. Мои, я где-то даже тут выводы у себя написал. Слушай, Сергей, я, к сожалению, тебе... Да-да, мы уже тут из тайминга выходим. Да, все, спасибо, договорились. Спасибо тебе за... В общем, я написал выводы еще, да, то есть человек реально поработал с помощью этих текстовых подсказок, мне кажется, коммерческий директор может много чего извлечь. Ну, в общем, классная работа, крутая, большое спасибо исполнителю, ну и тебе, Алексей, там, за всю эту движуху. Все, я тогда, собственно, отключаюсь. Да, и вот здесь я успел посмотреть. Евгений Стучалкин зовут автора работы. И действительно, здесь хочется отметить в первую очередь именно как работу аналитика, который вот так вот подошел и креативно, но при этом, чтобы все понимали, что все в равных условиях, мы вот все досочиненные данные не принимаем в качестве фактора рассмотрения, то есть мы оцениваем как бы тот результат, полученный на вот одинаковых для всех данных. Но отмечу, что данные он обогатил, имеется в виду, он данных-то никаких не сделал. Он сделал методы анализа. Так что, Алексей, давай как бы будь, как говорится. То есть еще раз, да, обогащенные данные – это что такое? Это, ну окей, если он сделал рекомендация, что такое рекомендация? Он же не придумал новые цифры. А как правильно? Там у тебя уровень… Сергей, а где там данные, что он никогда не продавал, про опыт продаж? Там этого нигде не было. Все данные – закрытые сделки. Закрытые сделки. Все, что закрытое, то есть смотри еще раз, там на первом слайде, там есть алгоритм, по которому это сделано. Те сделки, которые закрыты, это означает, что человек уже что-то купил, и это значит, что рекомендательный сервис может ему порекомендовать то же самое. Ну, в общем, там этот алгоритм описан. Давай сделаем так, просто его вынесем там в группу, если будут какие-то вопросы, там просто будет это описание в текстовом виде, как это сделано. То есть еще раз, человек не сочинял своих цифр, но он сочинял каким образом, мы можем эти цифры анализировать. И это важно, потому что цифр никаких нет. А собственно, смысл конкурса в том, как проанализировать эти цифры. И это как раз та самая бизнесовость, о которой мы сейчас говорим. Так что первое место нам. Ну, я как бы я... Не, мне лично все равно, кому оно достанется, это первое место, но мне понравилась работа. Это заговор кликов. Да, это мы делаем. Да, это бизнес... Ну, да, все. Весь BI-консалт неделю пахал, чтобы мы 30 тысяч рублей забрать, знаю я вас. Нет, мы вообще никакого отношения. Если бы пахал BI-консалт, он бы забрал 3 первых места. Да-да-да, за откат. Хорошо, тогда переходим к следующим работам и передаю слово Эдуарду. Так, да, я на связи. Так, открою экран. У меня для разбора дашборд, который сделан на табло. Видно, слышно, все окей? Да. Все, отлично. Да. Ну, раз уж так повелось, наверное, это мой фаворит, не в ущерб другим участникам, но тем не менее, я сейчас буду объяснять, почему я выбрал для разбора именно этот дашборд. Он был неплохо доработан, и, как мне показалось, автор реально услышал то, что я говорил на предыдущем разборе. Первое, что здесь видим, сводная информация в самом левом верхнем углу. В принципе, то, что нужно директору, сколько у нас денег сейчас в воронке, мы это видим, сколько у нас сделок в воронке и как они распределены. То есть общая верхнеуровневая картинка, чтобы быстро посмотреть и понять, что у нас происходит. И она нам говорит следующее, что у нас неплохое количество сделок на этапе дожима, значит, в ближайший месяц-два деньги будут, но вот потом... скорее всего, будет небольшой провальчик, потому что следующий этап, который подступает, это КП, и там не так много сделок в воронке, но воронка хорошо наполнена в самом начале.
но это некие отложенные деньги. Соответственно, есть вероятность того, что у нас будет просадка где-то через два, ну, может быть, там, в зависимости от среднего цикла сделки, но в среднем где-то через два месяца, скорее всего, будет просадка. И стратегически нам нужно, ну, как говорится, ускориться немножко, да, возможно, вот с этими сделками постараться поработать побыстрее, чтобы этого провала не было. Ну, то есть это такой верхнеуровневый анализ, который, я думаю, директор сделает легко. Также он сразу видит процент выполнения плана, то есть я пытаюсь сейчас глазами директора смотреть, он видит, сколько сделок закрыто по деньгам, по количеству, процент выполнения в деньгах, как это соотносится, и распределение по менеджерам, что, в принципе, сразу нам говорит о том, кто у нас в топе, кто у нас не в топе, и из-за кого, не в плохом смысле слова, но в таком, в правильном, куда нам прикладывать усилия, из-за Филимонова мы пока отстаем. То есть это то слабое звено в нашей команде продаж, на которое руководитель уже отдела продаж, либо директор по продажам должен обратить внимание в первую очередь. Так, я вижу, что мигает чат. Все хорошо или есть какие-то вопросы ко мне? Все хорошо. Это ты смотришь наш внутренний, не обращай на него внимания. Окей, все. Ну, в общем, да, вот она, верхнеуровневая картинка, дана хорошо. Дальше, что мне понравилось, вот сюда немножко перескочу. В целом дана такая скользящая средняя, что у нас происходит с конверсией из лида в договор. То есть в целом наша команда продает больше, конверсия растет, навыки продаж растут или динамика отрицательная. Здесь видно, что динамика положительная, несмотря на то, что есть скачки, такие экстремумы, но в целом видно, что мы по чуть-чуть, но мы растем. Для директора это тоже важно, это хорошо. Здесь, ну, больше, мне кажется, интересно смотреть вот так вот по месяцам, переключиться и посмотреть, что у нас происходит со сделками, какая динамика. Вот здесь чуть-чуть для меня не совсем, ну, визуально быстро воспринимается этот отчет, потому что тут вот цифра 29, и казалось бы, что значит этот столбик, а это распределение еще и внутри воронки, сколько сделок находится, и, ну, так немножко зависаешь на нем, приходится мышкой тут лазить. Очень сильно мне понравилась вот эта часть. Я говорил про анализ по повторным сделкам, повторные продажи, что мало у кого это было. Автор сделал, на мой взгляд, очень удобную вещь с точки зрения применения. Во-первых, мы видим, насколько крупные сделки мы продаем, и что у нас реально крупных сделок практически нет. И весь наш акцент – это либо сделки до миллиона, либо такие средние сделки до 5 миллионов. И четко видно, что у нас есть повторные продажи, но они хромают. Львиная доля сделок у нас разовые, то есть всего одна сделка с каждым клиентом. Наибольшее количество повторных сделок от 2 до 3 у нас в низком ценовом диапазоне, то есть до миллиона. Есть, безусловно, сделки в среднем ценовом диапазоне, но вот глобально фокус на повторные продажи, он вырисовывается, и директору это тоже важно. Кинуть взгляд и достаточно быстро понять, что у нас происходит с повторными продажами. Вот это прям вообще респект за такой отчет, за такую визуализацию. Дальше здесь автор тоже достаточно неплохо переделал отчет. Дальше я хочу погружаться в то, ну, я пытаюсь, начинаю мыслить так, раз мы план продаж недовыполняем из-за Филимонова, я хочу детально анализировать Филимонова. Соответственно, я его выбираю, и у меня пошел анализ по этому менеджеру. Немножко сейчас подгрузится. Так, вот, что мы видим, где этот менеджер хорош, где этот менеджер не очень хорош. Он получает большую часть своих сделок, он получил из канала мероприятия, у него там самый высокий средний чек, при этом конверсия, ну, есть над чем работать. То есть можно поработать над конверсией, можно разложить эту воронку. Здесь вот мне не хватило следующего. У меня построена воронка по этому менеджеру, по Филимонову. Но в идеале я бы хочу еще вот так вот зажать мероприятие, и чтобы эта воронка перестроилась по мероприятиям. Я хочу понять, из-за чего вот эта конверсия такая, где самый слабый этап. Пока вот эта воронка так не перестраивается, это то, чего мне не хватило. Но тем не менее. Я вижу, что у него достаточно неплохая конверсия по каналу «Агенты-партнеры». И, возможно, на этого менеджера стоит именно таких сделки, лиды именно из этого канала перераспределять. И совсем нулевая конверсия по рекламе. То есть с этим однозначно тоже нужно что-то делать, разбирать эти сделки, понимать, почему у него так. И дальше я анализирую продукты. Почему он не выполняет план, в чем проблема. Но, собственно говоря, в том, что он практически ничего и не продает. И есть ощущение, что этот менеджер похож на новичка.
что он недавно пришел, ну, как в реальной жизни он похож на новичка, что он недавно пришел в компанию, у него совсем небольшая воронка, не так много сделок в воронке, и он продукты знает плохо, потому что, ну, вот он их не продает, более-менее вот он продал только техподдержку и интеграцию, а все остальное он не продает. Значит, у него плохое знание продукта, с ним этим надо заниматься, уделять этому внимание, проводить, может быть, дополнительный экзамен, разобраться, почему он плохо знает продукт, почему у него не получается продавать. Вот такой, в принципе, анализ. Дальше можно, что еще мне понравилось, конкретно по Филимонову, если смотреть количество повторных сделок, у него есть навыки заключения повторных сделок, и, возможно, из него может вырасти хороший аккаунт-менеджер. То есть у него уже есть две сделки больше миллиона, у него есть более 4 сделки тоже больше миллиона. Это говорит о том, что человек имеет фокус внимания на повторные продажи. Если мы при этом откроем нашего лидера Скворцова, картинка будет похожая. У него, конечно, больше там сделок, но у него тоже есть фокус на повторные продажи, он тоже умеет продавать. И в целом, несмотря на то, что Филимонов проваливается, это может быть хороший человек, у него хороший потенциал с точки зрения заключения повторных сделок. Его можно в этом плане развивать. И вот, делая такие выводы, для меня это очень крутая бизнесовость, именно в первую очередь, которая, вот этот анализ не занимает много времени, это все на одной странице, все на одном экране, и можно делать достаточно такие хорошие предметные выводы, что происходит в целом и что нам нужно сделать для того, чтобы исправить вот эту ситуацию с невыполнением плана продаж. Вот аналогичным образом можно работать с каждым менеджером. Я просто показал на примере Филимонова. Если покрутить каждого менеджера, просто мне, чтобы время не занимать, можно прийти к выводу, что здесь вообще в такой команде продаж напрашивается специализация. Потому что одни ребята хорошо продают одни продукты, другие ребята чуть лучше продают другие продукты. И по каналам тоже есть явная такая зависимость, прослеживается. И в первую очередь я бы в такой команде продаж подумал бы о введении именно такой продуктовой специализации с привязкой к конкретным каналам. То есть, например, Скворцов лучше всех генерит холодные продажи, у него они лучше всех получаются. И, возможно, вот у него аж две сделки с конверсией 50%. Ну, в общем, здесь этот дашборд очень четко дает понять, что вот эта продуктовая специализация, она прям напрашивается, и команда продаж подобралась таким образом, что у них есть явные сильные стороны по разным продуктам. И если немножко перераспределить функционал и обязанности, эта команда может начать гораздо лучше перформить, и у нее есть все шансы для того, чтобы перевыполнять план продаж и перевыполнять его очень сильно. Вот, в принципе, такой у меня вывод по вот этому дашборду. Очень бизнесовый, очень прикладной, и все на одной странице, это тоже большой-большой плюс. Но о некоторых минусах я тоже сказал. Так, и еще... Автор Бунь Роман. Да. Чтобы страна знала своих героев. И еще хочу показать пример, который сделан в Excel, что даже в Excel можно делать вполне себе интересные вещи, что здесь все кликабельно, фильтры кликабельные, все это можно с этим всем работать. Очень понравилась мне какая вещь. Вот эта вещь. Классно выглядит. Да, понравилась мне вот эта вещь, какие каналы приносят, какие каналы, какие продукты нам приносят. Вполне себе очень прикладная вещь, чтобы понять, в каких каналах что у нас реально лучше всего продается и на что нам нужно делать акцент, а какие каналы у нас в отстающих. Явно вот сразу видно, что сайт поиска, холодные звонки, это наши прям такие, что называется, далеко не высокопроизводительные каналы, и в первую очередь нам нужно их разобрать и либо их вообще отключить, либо как-то научиться в них лучше продавать, понять, почему у нас не получается. Либо у нас навыки слабые, либо там лиды совсем другие. То есть это вот сразу первый повод для анализа этих каналов. Сначала мне понравилась вот эта штука, но потом, когда я в ней предметно начал разбираться, тут написано, на основе чего делается рейтинг. И здесь вот у Филимонова самый низкий рейтинг, хотя вот судя по предыдущему дашборду, я показывал, что у этого человека есть потенциал достаточно хороший,
Но вот в этом рейтинге... Он просто не в плане продает, то есть он продает что-то другое. Да, но тут не только план. Тут если прочитать, тут написано: рейтинг составлен на основании факта и ожидаемой выручки, конверсии, среднего чека, процента выполнения плана, пятибалльная система. То есть вроде такой интегральный показатель, но за этим интегральным показателем можно потерять потенциал сотрудника. То есть это в целом неплохо, это хорошо для быстрого анализа в моменте, что у нас происходит здесь сейчас, кто у нас самый крутой менеджер в моменте. Но для определения потенциала сотрудника или, например, для принятия решения увольнять или не увольнять, вот это, конечно, использовать нельзя, потому что можно очень сильно ошибиться, взять уволить Филимонова, хотя задел, в принципе, у него есть. Надо так. Как Форд раз в месяц увольнять самого слабого. Ну да, но вот в этом плане здесь можно такую злую шутку это может сыграть. В целом, что мне еще понравилось, что опять же, вот выбирая здесь, кликаем на менеджера, мы можем посмотреть его рейтинг с точки зрения источников, из каких источников он лучше всего продает и какие продукты он продает лучше всего. Это как раз то, о чем говорил, что в отделе продаж напрашивается специализация. Там у Филимонов, например, хорошо продает интеграцию и техподдержку, а там у Скворцова тоже интеграция с техподдержкой. У Кузнецова немножко уже другая ситуация. Консалтинг выплывает у него. Эдуард, слушай, а мы в прошлый раз говорили о том, что очень прикольно делать такую проактивную аналитику, да, потому что факт разбирать, ну, как-то... Не, это прикольно, то есть вот эти классные приложения, как бы я их уже видел, вот этот нет, а предыдущий видел. Но что касается проактивной аналитики, вот что дальше? Но да. Здесь, на мой взгляд, данных просто в исходных данных не хватает данных. Потому что, например, можно строить прогноз продаж. Это один из обязательных отчетов в отделе продаж. Но для того, чтобы строить прогноз, должны быть вероятности успешного завершения сделки. У нас нет таких данных, как вероятность. Также для того, чтобы строить прогноз, нужно видеть опережающие показатели, такие как, например, количество заявок, количество совершенных звонков, количество проведенных встреч. У нас тоже в демо-кейсе, в исходных данных этих параметров просто нет, и поэтому, соответственно, и таких отчетов нет. То есть в этом плане нас вот этот учебный пример, так скажем, он немного ограничивает в плане проактивности. Но, безусловно, она очень нужна и она очень важна, потому что именно вот эти опережающие показатели, ключевые действия, звонки, встречи, заявки с сайта, именно они показывают, что произойдет с планом, с фактическим результатом в продажах через месяц, через два. Хорошо. То есть это какие-то нормативы такие, за которыми очень важно следить именно в ежедневном режиме. И если с экрана не все прочитали, автора работы зовут Коновалов Егор. И еще раз всем на заметку, что вопрос... бизнесового дашборда, он определяется не сколько вот даже BI-системой сложной технологии, все это можно сделать даже в старом добром Excel. Что, да. Переходим? Не, вот этот вообще крутой, вообще выглядит просто. Для Excel, да, для Excel это топчик, ну вот прям с точки зрения в сравнении с предыдущим, здесь, конечно, многих вещей не хватает, но для Excel это топчик, ну вот особо, я говорю, мне вот эта вещь понравилась, это прям очень бизнесово и очень применимо. Спасибо, Эдуард. Переходим к следующей. Да, Эдуард, спасибо, что подсказал. Да, это кросс-продажи, когда мы там, да, пытаемся допродать что-то вдогонку. А апсел — это когда мы тоже... Ну, апсел, да, это... А кросс — это когда мы вот так вот бегаем. Да, 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 конечно, кросс-продажи. Я волнуюсь просто. Алексею, он нам прокомментирует парочку дашбордов в нашем любимом Power BI. Привет. Привет еще раз. Ну, во-первых, все большие молодцы. Алексей, тебе респект, что ты все это собрал. В общем, я тоже недавно проводил хакатон. Немножко в другом формате, но, в общем, понимаю, что все это достаточно напряженно. Здорово, что получилось так много работ. Мы у себя собрали их чуть меньше. Правда, было задание чуть более сложное, данных чуть побольше, но... То, что ты погружаешь специалистов в бизнес-аналитику, это просто супер. Вот, поэтому, в общем, все молодцы. А скажите, а мой экран видно сейчас? Да. Супер.
Но я хотел немножко разрядить бизнесовость вот таким немножечко трешачком. В общем, обожаю трэш-дизайн, очень прикольно выглядит. Все это сделано в Power BI. Естественно, это не мой кандидат, просто до этого был пример такого индивидуального, уникального подхода к аналитике. Тут пример индивидуального подхода к дизайну. Вот, очень выглядит забавно, динамично. Директору такое вряд ли покажете. Ну, хотя все зависит от директора. Мне нравится. Конечно, можно сделать все в разы аккуратнее, чтобы все было видно и читаемо, чтобы все картинки были и так далее. Но в целом прикольно. А далее. Это еще один отчет, который, собственно, Алексей мне предложил разобрать. Он сделан на Power BI. Вот. Вообще, в целом, тут достаточно сложно сравнивать и выделять какого-то фаворита для себя, потому что, ну, в общем, нам нужно сравнить и бизнесовость, и оформление, и вообще в целом подачу материала. Оптимизация по нескольким переменам, она, в общем, ну, невозможна. Этот отчет в Power BI, он немножко проще, чем те отчеты, которые рассматривали коллеги. В общем, он построен по принципу «все, что у нас есть», выведено во всех возможных разрезах и показателях, и все это сделано так, чтобы было удобно смотреть все и везде. То есть, в общем, несмотря на то, что у меня маленький экранчик, я, в общем, все читаю, понимаю, что здесь происходит. Он достаточно прозрачный. Понятно, что можно кликнуть на любой продукт и посмотреть, как это все ведет себя вместе. Можно увидеть примерно те же зависимости, про которые рассказывали коллеги. Выбрать холодные звонки. Увидеть, что вот господин Скворцов действительно лучше всего работает по холодным звонкам. Увидеть, что у этого господина самый высокий чек и так далее. При этом здесь представлено не очень много данных. Там, делать выводы о работе Филимонова по двум сделкам, наверное, преждевременно, по двум удачным сделкам. Можно перейти на следующий лист? Да, это сейчас мы сделаем. Вот, поэтому... В целом, в этом отчете, как мне кажется, Email Soldiers, собственно, ребята, которые делали отчет, к сожалению, не запомнил именно, как зовут. Я думаю, что они на свой... Липова Виктория. Вот, да. Привет, Виктория. Собственно, я думаю, что они взяли свой текущий лейаут обычных своих отчетов и заполнили его, собственно, твоими, Алексей, данными, показателями, вывели их в таком удобном формате. Единственное, что мне это не нравится, это шрифт в переключателе дат. Уж очень он мелок для меня. Так, и, собственно, это был лист агента и менеджера. Менеджера и клиента, пардон. И еще есть анализ продаж, где есть тоже сводная информация по тому, что у нас происходило. Есть рейтинг источников. Это, видимо, все лиды, разложенные на источники и услуги. Здесь все входящие данные хорошо очищены. То есть, к примеру, у этапов тут нету никаких единичек. В общем, хорошо подобрана цветовая гамма. Тени, основные блоки, все, в общем, здорово. Вот, повторюсь, в общем, мы постарались рассмотреть три работы разных, на разных инструментах. В общем, не в инструменте дела, естественно, а в аналитике, которая стоит за ними. Все три работы мне понравились. Из них, наверное, лидером я бы выделил табло, работу, которую до этого обозревал Эдуард, потому что, глядя на нее, я быстрее всего начал получать инсайты за счет там, различных подсветок, за счет таблиц и прочих быстрых, удобных элементов. Вот, примерно так. У меня все. Спасибо, Алексей. А вот еще, подожди, не выключай экран. Что мне понравилось в этой работе,
плане такой юзабельности, если мы на вопросик нажмем в правом верхнем углу, то вот такая вот справочка, даже с такими вот с инструкциями, скриншотиками, маленькая фишечка. И, кстати, вот ты это вот не показал как раз на вот этом листе по менеджерам, когда мы можем навести на вот там на бар, у нас всплывашечка с таблицей. То есть на самом деле здесь информация вот так на несколько уровней разложена на другом листе менеджера и клиента. Вот. И вот те вещи, как раз, которые не очевидны, бывают, когда люди начинают знакомиться с интерактивными дашбордами вот, в зоне риска. Вот, на виде он покажет там тех клиентов. Да, и у меня, вот, правда, всплывает вот здесь вверху. Понравилось. Нет, на красный бар наведи. Нет, в зоне риска. А, понял, понял. Да, просто да. Здесь тоже есть подсказки. Угу, именно да, вот здесь, с деталями. Вот. Ну, в целом, просто дашборд настолько сделан прозрачно, что я, честно говоря, даже не задумался о том, что здесь не сразу заметил знак вопросика, потому что, в общем, все примерно ясно, что на нем представлено. Здесь понятно, что если рассматривать клиентов, что нужно пинать тех, кто находится в зоне риска, что для того, чтобы выполнять план, вероятнее всего, нужно дожимать тех, кто находится на вот этом этапе. В общем, ну, как я сказал, все достаточно просто и прозрачно представлено. Ну вот я на этом примере как раз что еще хочу, на что обратить внимание в плане, ну, вот этой связки там и бизнесовости, и дизайна. То есть на тех примерах в клике, в табло, ну, в итоге вот, судя по комментариям, согласились, что они на самом-то деле бизнесовые, когда там глубже это погрузишься в это, ну, или когда там Сергей тебе зажигательно все это продемонстрирует и продаст, конечно, все с Сергеем согласятся, что это самый бизнесовый дашборд. Вот, но по первому впечатлению, там, ну, где-то приходится, ну, мне приходилось и в клик, и в табло въезжать, а здесь он вот так вот разложен по уровням, и все действительно так просто понятно. Ну, а может быть, это мое личное, потому что мы из фан-клуба Power BI. Но да, вот мне тоже показалось, что у меня некоторая профдеформация, потому что я посмотрел на этот отчет и сразу понял все, что на нем, в общем, представлено. И как-то, ну, не все, конечно, но большую часть информации сразу воспринял. С табло получилось дольше, но быстрее, чем с кликом. Поэтому здесь, наверное, немножко субъективно это. Но в целом, да, здесь все очень конечно, эффективно. Делать надо так, чтобы сразу с одного взгляда все понимать. Это очевидно. То есть классный дашборд, простой, где вот любой человек, да, там не из индустрии, не из темы, все сразу понял. Просто мне, например, вот там пару слов за клик, да, что там действительно сделаны сложные вещи. Это прикольно. Вот, то есть понятно, что они там не для... Ну, то есть как бы прикольно и то, да, то есть ценность есть и в простом дашборде, который сразу все понятно, и ценность есть в каких-то более сложных вещах. Просто обычно у клиентов простые вещи уже есть, то есть они, например, ну, мне так кажется, что вот по этим данным, что этого Филимонова там уже вычислили по отчету из АМА CRM, то есть для этого не нужна была система бизнес-анализа. А вот как бы, ну, а системы бизнес-анализа, они обычно внедряются, когда вот простые вещи уже есть, и нужно что-то, то есть аналитика как бы следующего уже уровня. Ну, это так, мелкий коммент. Ну, здесь же все зависит от пользователя, от конечной задачи, по большому счету, потому что копаться в отчете Евгения и в отчете, сделанного автором табло, тоже очень интересно, если ты понимаешь, как это внутри работает и что это все значит, если нужно именно погрузиться куда-то глубоко. А в Power BI сделан, ну, классический дашборд, есть основные показатели, есть распределение. В общем, ну, для топ-менеджера и директора, наверное, это самый понятный вариант. Так, ну, Алексей, я тебе передаю слово, демонстрацию свою закругляю. Вот, еще пару слов, вот, чтобы мы разнообразили наш пул инструментов. Была работа, сделанная в Google Data Studio.
тоже, в общем-то, неплохая, где мы также можем по всем нашим разрезам по менеджерам увидеть информацию. Ну, конечно, такое обилие там вот пай-чартов меня немного смущает, вот, но как такой вполне себе тоже добротный пример дашборда, который можно собрать и вот в таком open-source инструменте, тоже хочу отметить эту работу. Я бы, кстати говоря, свой приз выдал вот именно этой работе, потому что, ну, во-первых, нестандартный инструмент, во-вторых, действительно результат классный, мне очень понравилось, и поэтому, Алексей, там, запиши, я тебе сообщу, там, ну, потом свяжешь нас с этим вот человеком, и как бы мне вот она очень понравилась. Mm-hmm. Ну, это не умаляет там достоинств всех остальных работ, то есть все работы классные, и вот. Клик, это начали Маримонский грустить. Дмитрий. Видимо, попадаешь лицензии на клик безлимитных корпоративных. Итак, вот у нас уже полтора часа. У нас мы еще отдельно, вот есть часть работ, которые некоторые были там присланы там просто файликом. Ну, то есть еще несколько работ. Вот. Но на самом деле все комментарии, там вот какие-то ходы, которые мы обсуждали, они дальше уже будут повторяться. Вот. То есть мы этот шорт-лист опубликуем. Вот. И все вы молодцы. Я думаю, что убедились, что действительно у нас разные подходы. И вот в рамках этого конкурса, я думаю, для всех взять и у себя применить. Ну, на самом деле, это и не будет каким-то плагиатом. Наша цель как раз вот этим стимулировать развитие рынка, формировать спрос на аналитику, на работу аналитиков и на использование этих инструментов. И вот мы сейчас там наши оценочки изначально, то есть финально сейчас подбили, еще с учетом наших финальных дискуссий и переосмыслений. И давайте я сейчас еще раз запущу экран. И что у нас получилось? Так, сейчас подождите, вернусь. На чем мы остановились? Итак, переходим к оглашению наших работ. Вот, мы хотели первое место отдать Mortal Kombat. Вот. Но в итоге третье место и, ого-го, 10 тысяч рублей, а тоже деньги, получила вот эта вот работа в Power BI от Виктории. Ура, ура, ура. Вот. Но по поводу всех этих там траншей и прочего, там также вы там получите информацию. В общем, это заслуженное третье место, которое уходит команде еще раз вот тоже. Оценим эту фишечку, перешли на сайт. Это у нас компания, которая занимается... Тут не, а тут только логотипчик. Что-то у меня... Email Soldiers. Email Soldiers. Сейчас прогрузится. А может, у меня уже ничего не прогрузится. И вот. Компания, команда, которая делает хороший, добротный маркетинг. Пусть страна знает, что действительно команда, которая своим клиентам дает такую подробную, качественную аналитику. Дальше, Алексей, по можно, нашим голосованиям. Можно я добавлю, Алексей? Мы, в общем, общались уже с коллегами и до этого про размещение кейсов, поэтому я думаю, что вот этот кейс было бы здорово разместить в нашем блоге, чтобы те, кто интересуется Power BI, могли видеть этот отчет. Я думаю, что это будет всем полезно. И Email Soldiers, и нам, и в целом рынку. Я имею в виду в блоге Power BI Russia. Да, да, я думаю, что много пищи для материалов, материала для интересного контента. Так, так что, Виктория, пишите дальше, нам. Как вы думаете? Чего-чего? Виктория, говорю, пишите Ладно. Нам. Вот. Итак, дальше кто же у нас на втором месте и в итоге кто останется на первом? Я даже, наверное, снова попрошу включить Сергея, потому что я там не залогинился в клик. И второе место уходит все-таки его любимчику. Включи еще раз экранчик. Это у нас Евгений Стучалкин.
Сейчас я сам открою эту ссылку. Да. Ну, в общем, ну, если он далеко находится, тогда ладно. А у меня открыто. Евгений, поздравляем. Заслуженное второе место. Сергей, не плачь. Не плачь. На первом месте. Я это табло занимаюсь, так что... Ну, ура, поздравляю. А, ты, короче, на первом месте Громов у нас будет. Подкупил жюри. В общем, это наше первое место. Ну и интрига. Но я думаю, вы догадываетесь, кому в итоге у нас ушло первое место. Это Роман Бунин с его таким тоже бизнесовым, стильным дашбордом в табло, который по сумме наших голосов все-таки ему ушло первое место. Поздравляем Романа, и вы выигрываете 30 тысяч рублей. Вот. У Романа тоже есть свой сайт, блог, причем Роман еще и много интересного пишет, поэтому будете знать, к кому обращаться за действительно не только там датавизом и журналистикой данных, а и за такими бизнесовыми проектами классными. Поздравляем Романа. Ура, ура, ура. Вот что у нас получилось. Я очень доволен результатами, такими классными работами. Все постарались. Я, наверное, понимаю, что там наш призовой фонд вряд ли покрывает те трудозатраты, которые вы понесли, чтобы это сделать. Поэтому мы именно постараемся, чтобы еще по максимуму про вас все узнали, про ваше мастерство. Вот, поэтому у нас, помимо того, что мы сейчас провели, дальше вот продолжим наше зрительское голосование в наших пабликах, по комментариям, так, вроде бы у нас холивара в комментариях не началось, никто не пишет, что жюри куплено и все попилено, это тоже хорошо. Вот, и еще раз в завершении тогда, если вы хотите научиться делать так же классно, есть у меня мой курс про дашборды в Power BI, который в первую очередь про дашборды, во вторую очередь про Power BI, где как раз мы вот это вот все на множестве интересных бизнесовых кейсов проходим. От и технические вещи, и, там, и модель данных, и продвинутая визуализация. И на это все в течение нашей, ну, все, кто на трансляции сейчас, и то, что вы пошарите, вот есть вот эта вот ссылочка волшебная, мой сайт slash k, где вы можете регистрироваться с такой серьезной существенной скидкой. Надо же мне теперь как-то компенсировать 60 тысяч, которые придется раздать. Вот, поэтому рассчитываю, что студентов у меня прибавится. На этом наша торжественная официальная часть завершилась, и мы можем открывать наше виртуальное шампанское. Если какие-то комментарии у вас остались, пишите, если нет, тогда, ну, коллеги, тоже, если вам есть что на прощание, какие напутственные слова дать нашим зрителям, говорите, и будем прощаться. Не болейте. Да, всем любви, здоровья, счастья. Вот, поэтому ура, Алексей, тебе отдельный респект. Так что, я думаю, все это будет иметь продолжение. Спасибо. Ну тогда всем счастливо. Мы завершаем нашу трансляцию. Всем продуктивных праздников. Учиться, анализировать, дашбордировать. Всем пока. Всем пока.